Здравствуйте. Можете представиться? Да, Шагаян Армен Мартынович. За что вы доставлены в отдел? Не знаю. Мы сидели, смотрели футбол, вышли и... Сейчас, сейчас через минуты в три призвали. То есть вам совершенно не объяснили, а что вы здесь находитесь? Когда не проверка. Что? Проверка. Проверка документов? Документов, да, и все. Все. Больше может, какие-то жалобы? Нет. Ничего. Не, нормально все. Никаких жалоб все. Зачем это мне? Это оперативная съемка, чтобы потом... А? Оперативная съемка. Меня снимали здесь уже. Ну, а теперь для главка надо снять. А? Теперь для главка надо снять. Я отказываюсь от съемки. Ну, хорошо. За что это мне? Я не понял, звезда, что ли, в конце концов? 10 часов меня уже снимают. Я делаю просто свою работу. Нет, просто не могу понять, зачем это снимать. Сколько раз мы знаем? 10 часов меня снимали еще по камеру. Я больной человек. Инвалид, и, пожалуйста, не беспокойте меня по... По таким делам я 10 часов уже стою, я скоро отключусь. Сам, вы можете это сказать? Я говорю вам, если я начну говорить, оперативная съемка сама закроет. Такие вещи. Ну, ничего страшного. На другом фоне нельзя, давайте на той стороне. Ну, пожалуйста, сюда. Фон, иди тут плохой. Присаживайся. Да нет, стой. Что, вопрос у нас, за что вы доставлены в отдел? Вам сказали? Вы можете представиться, как вас зовут? Конечно. Гашамов Бахтияр. Извините, погромче можно? Гашамов Бахтияр. Гашамов. За что доставлен, не знаю. Для проверки документов. У вас какие претензии или да ну, что-то? Нет. Ничего. Пока нет. Ничего не есть. Можете представиться, как вас зовут? Мацуаев Багат Арилович. Извините, погромче можно? Мацуаев Багат Арилович. За что вы доставлены в отдел? Вам сказали или предположение ваше? Понятия не имею. Но сотрудники полиции не объяснили, почему вы здесь оказались? Не хочу комментировать. Ну, у вас есть какие-нибудь претензии к сотрудникам? Прошу прощения, вот шрамы на руках это. Шрамы и шрамы. Мужчины украшают шрамы. Просто такое большое количество. Упал неудачно. Понятно. Хорошо, спасибо. Слушай, извиняюсь.
Сосин. Фамилия, имя, отчество? Халаиджан Эдуард Эрикович. Число, месяц, год рождения? 1988-05-02. В Москве чем занимаетесь? Отдыхаю. Ранее судимо? Судим. Являетесь вором в законе? Нет. Слава Богат Авилович. Число месяца года рождения? 74-го, 1 ноября. Ранее судимо? Судимо. Да, ранее судимо. Каким статьям? Ну, по разным статьям. Что? Не буду перечислять. По разным. В городе Москве чем занимаетесь? Есть Кремль, да. Живу в Москве. Живу. Давно живете? Эдуард, да? Да. Лет 20. Лет 20? Может, больше. Когда освободились из Москвы лишения свободы? Ну, приблизительно 2 недели назад. Вором в законе являетесь? Да, я являюсь. Уголовное прозвище? Нет, какое прозвище? Имя, да. Имя какое? Пароль меня зовут. Очень хорошо. Все. Я сразу. Ты после часов 12? Нет, ну я сразу говорю, что это мне сын 15 лет, он смотрит эти глупости. Где тебя посмотрят? Представьтесь. Шамов Бахтияр Шамов, да. Число, месяц, год рождения? 15.08.79. Уроженец? Амурск. Ранее судимо? Да. Какая статья за что? Умогательство. В каком году освободились? В 2013. Где отбывает срок? Много где. Сколько раз судимо? 2. В городе Москве чем занимаетесь? Приехал лечиться. Вором в законе верите? Вопрос не по существу. Я же сказал, что подобные вопросы отвечать не буду. Все, спасибо. Всего доброго. Представьтесь, фамилия, имя, отчество. Абидова Давид Васильевич. Число, месяц, год. 68-го декабря. Уроженец. Абхазия, Курлиевский район, село Матяра. Ранее судимо? Да. По каким статьям? Да, я не помню. Где отбывали срок наказания? Рязанский область. В городе Москве чем занимаетесь? Сейчас далеко. И вообще. В данный момент? Строительство. Представьтесь, пожалуйста. Ираклий Дангад Загиевич. Число, месяц, год рождения? 1988 года, 27 октября. Уроженец? Абхазия. Ранее судимо? Нет. По крайней мере, на Российской Федерации территории. А не на Российской территории? Да, в Грузии. За что? Не помню. Плохая память. Ну да, что поделать, мне там много раз по голове били, да, так получилось. Вором в законе являетесь? Я отказываюсь отвечать на этот вопрос без присутствия адвоката. Ну,